Совершенствование системы пассажирских перевозок обсудили на совещании, которое провел Сергей Миняйло. В прошлом году приобрели 67 автобусов для работы на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах, а также для туристических перевозок. Как отметил Тарель Солиев, уже определили, по каким конкретно маршрутам будут курсировать новые автобусы. Специалисты разработают схему графика движения и установят систему оплаты. При этом глава республики акцентировал внимание на том, что наличный расчет также должен быть предусмотрен.